выставка одной работы. Хоккеист Борис Михайлов. 79-й год. Мрамор Койлга. В начале 70-го уже все к Олимпиаде готовились. 80-го очень хоккеем увлекался. И хоть болельщик «Динамо», но Михайлов, капитан сборной, владел умами всех болельщиков. Ходил на Ленинградку, дворец спорта ЦСКА, на тренировки. И издалека делал наброски. Интересно, когда зал пустой, и Харламов, Михайлов, Петров на льду, и слышен только голос Петрова, хоть они уже мужики здоровые были, за 30, а голос как у подростка на весь зал. Ну, я слепил его, в глине пришел, буквально за полчаса слепил портрет и отнес на выставку 79-го года спортивную, где сразу ее приняли на ура выставком. Ну, после выставки я сделал его, вырубил из мрамора. И в 80-м она открывала выставку спортивную на Кузнецком мосту. Еще я хотел, чтобы Мухаммеда Али, то есть я две работы выставлял, но Мухаммеда Али отклонили, потому что американцы выступили. Он сам, Мухаммед Али, выступил против войны в Афганистане. Вот. Так что Мухаммед на выставку не попал. Ну, Михайлова закупочная комиссия купила. Ну, потом, оказалось, потеряли списки, а когда восстановили, меня в нем не оказалось. Ну, фамилия Ежов, всю жизнь я на себе это бремя ношу. Даже на первой выставке написали фамилию Эксов. Вот так он. Ну, мне надо было в Союз вступать, а у меня работ было мало, поэтому я особо не бегал, не устанавливал. А так бы неплохо было, конечно. Тогда рубли были дороже долларов. 1,5-2 тысячонки не помешали бы в то время.